Песни автора и исполнителя Александра Кривоносова на слуху у брещан. Без них сегодня сложно представить праздничные городские концерты. Они являются прекрасным украшением торжественных мероприятий, посвященных знаковым датам. За много лет творческой деятельности этот певец сумел раскрыть разные грани своего таланта. Попробовал себя в нескольких музыкальных направлениях, и результат был принят публикой на ура. Количество сыгранных концертов не перечесть, но каждый раз как первый. Относясь с огромным уважением к поклонникам своего творчества, Александр Кривоносов всегда стремится их не просто не подвести, а каждый раз удивить и порадовать новыми проектами. Творческий вечер не исключение. Концерт будет разноплановый. В концерте будет представлен цыганский блок цыганского моего проекта «Отрада». Будет блок песен, которые я написал, посвятил работникам, доблестным работникам МЧС. Будет патриотический блок. Это песни про Брестскую крепость, 70 весен, погиб на войне. Ну и много веселых авторских композиций. Будут приглашены гости, мои коллеги, друзья, которые будут исполнять мои песни. Зрителя, как известно, не обманешь. Его любят за искренность, за глубокие тексты и музыку. В репертуаре роковые композиции, баллады, веселые уличные песни, лирические произведения. Темы самые разные, но абсолютно точно близкие каждому. Те, кто придет разделить стол талантливым исполнителем творческий вечер, ожидает уникальный коктейль из множества хитов. Всегда хочется разбивать стереотипы, и складывается определенный стереотип, допустим, да, что вот, ну, композитор работает вот в таком стиле, вот певец работает вот именно только в таком стиле, и, ну, то есть, что чаще видят люди, то привязывается уже как некое клише к исполнителю, а этот концерт – это именно такое разноплановое будет мероприятие, то есть будет очень много разных вещей. Захотелось показать именно разные вещи, показать, что у меня в творчестве есть разные грани.